Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Casio Edifice модель EFV520L7A. Корпус часов изготовлен из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной фактурной кожи, прошитый. Застежка классическая, стальная пряжка. Задняя крышка стальная, завинчивающаяся, с информацией о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие, которое хорошо видно в темноте. Есть окошко с датой, а также три малых циферблата, отвечающих за работу хронографа. Механизм часов кварцевый, точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц, питание от литиевой батареи SR927, рассчитанный на срок службы до 3 лет. Класс водозащиты 10 атмосфер, с этими часами можно плавать и нырять на небольшую глубину. Габариты: длина от ушка до ушка корпуса 49 мм, ширина 45, толщина 12 мм. Для установки даты и времени используется коронка, расположенная справа на корпусе по центру. Нужна отвести на один щелчок в сторону, чтобы установить дату. Поворачиваем по часовой стрелке. Чтобы установить время, отводим коронку еще на щелчок в сторону. Получаем доступ к стрелкам. После настройки не забудьте вернуть коронку на место, плотно прижав к корпусу, чтобы часы снова пошли. Хронограф управляется верхней и нижней кнопками, выше и ниже центральной коронки. Верхняя кнопка запускает хронограф, который рассчитан на 60 минут. Эта же кнопка останавливает, сбрасывает до нулевых значений нижняя кнопка. В комплект с часами идет инструкция и гарантийный талон с уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания, перечнем сервисных центров. Упакованные часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.